Сейчас я покажу, как с помощью микроволновки избавиться от вредителей. СВЧ-волны эффективно убивают вредителей хоть в деревянных постройках, хоть в лужайке для загара. У жучков под панцирем есть влагосодержащее нутро. Волны вмиг превращают его в пар, при этом не причиняя вреда дереву. У нас проблема. Завелся жучок в дереве. Вытравить его оказалось не так-то просто. И сейчас мы применим эффективный, но опасный метод. Ведь перед СВЧ ни одно насекомое не устоит. Чтобы работала микроволновка при открытой дверце, блокируем защитные выключатели. Направляем ее на нужный участок дерева, включаем и убегаем. Чтобы уйти, у нас есть пара секунд, так как опасные СВЧ-волны появляются не сразу, а после прогрева накала магнетрона. Чтобы обезопасить себя и домашних животных, мне нужно подходить к работающей микроволновке с открытой дверцей ближе, чем на 5 метров, и включать ее через длинный удлинитель. Жук больше не шкребется. Тишина. Видимо, сдох жучок. Дерево чуть теплое. Радиус поражения составляет примерно 0,5 метра. Поэтому микроволновку нужно регулярно переставлять, пока не обработаем все дерево. Каждый участок лучше обрабатывать не более 5 минут, чтобы не перегреть дерево. Нужно быть осторожным, если в дереве попадаются металлические предметы, так как они могут искрить и даже загореться. Можете только представить, что происходит с вредителями. Поэтому нужно наблюдать за процессом и иметь при себе достаточно воды, чтобы в случае необходимости охладить. Ты так и засыпал. Вот это запихал. Таким способом можно вытравить любых вредителей, в том числе из живого дерева. Но важно не передержать, потому что дерево тоже нагревается, но не так сильно. Пиши в комментариях, какие эксперименты ты еще хочешь увидеть в наших видео, а мы постараемся их осуществить.